Набережная. Город Купромаритима является частью так называемой Пальмовой ривьеры. Песчаный пляж протяженностью 2 километра граничит с богатой растительностью, соснами, пальмами и олеандрами. Бум туризма в этой зоне приходится на 30-е и 40-е годы прошлого столетия. В те годы начали строительство набережной, которая заканчивалась в северной точке течения Сант-Эджидио. Появились характерные виллы в стиле Либерти, первое купальное заведение, которое впоследствии будет переименовано в Сиренелла, а также многочисленные архитектурные строения. На месте грубых деревянных столбов линии электропередач появляются цветущие олеандры. Дорога, вымощенная гравием, молодые сосны, позже замененные на пальмы. Сегодня тихий и гостеприимный город имеет много возможностей.